Всем привет! Недавно я вам рассказывал про один телефончик, который замахнулся стать самым бюджетным смартфоном в этом году. Это Qubot P40, но особой информации по его характеристикам не было. Но после его премьеры я уже знаю, с какой начинкой внутри он будет. И мы с вами подумаем, действительно за свои $90 он будет хорош или нет. Несмотря на свою скромную цену, P40 получил квадрокамеру, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Конечно, на рынке есть и другие отличные бюджетные телефоны, но Qubot P40 выделяется возможностями и ценой. Оригинальный дизайн, привлекательная производительность вместе с квадрокамерой представляют пользователю доступность цены и качества. Разработчики стремятся усовершенствовать свои навыки и продолжают разрабатывать всевозможные операции для усовершенствования своих линеек. На тыльной стороне красуется 6,2-дюймовый экран разрешением HD+, 1520 на 720 пикселей с технологией Incel. Рамки довольно узкие, экран занимает 90,3 площади лицевой панели. В основной камере используется 12-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX486 и 3 дополнительных датчика на 5 мегапикселей, 2 и 0,3 мегапикселя. Селфи-камера получила 20-мегапиксельный датчик Samsung и поддержку технологии искусственного интеллекта. Телефон построен на базе однокристальной системы MediaTek Helio A22. Видеопроцессор PowerVR. Емкость аккумулятора составляет 4200 мАч, что немало, как для смартфона. А также есть модуль NFC с разъемом для зарядки USB-C. Работает смартфон под управлением последней версии Android 10 без предустановленных приложений сторонних производителей. По-моему, как за $90, характеристики очень даже неплохие. Да и смотря на предыдущие бюджетники, которые были у меня на обзоре и которыми я пользовался где-то месяц, я сделал вывод, что смартфоны бюджетного эшелона вполне можно покупать и пользоваться. Если, конечно, вам не нужен супер-мега-мощный камерафон с топовыми характеристиками и за кучу денег. Думаю, своих поклонников Qubot P40 найдет так точно. Кстати, а вы бы хотели, чтобы я его себе заказал и опыт использования вам покажу? Если да, то пишите в комментариях смартфон на обзор, и я постараюсь его себе заказать и рассказать вам про свои впечатления. Надеюсь, был сегодня для вас полезным. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на канал. Дальше будет еще много интересного и полезного. Всем удачи и не болейте. Пока-пока. Ну а тем, кому интересен конкурс, переходите по ссылочке в описании. Там будут условия от самой компании. Условия очень простые, это типа подписаться на их соцсети, там может что-то пролайкать. В общем, все стандартно, все легко. Компания в скором времени будет разыгрывать 10 смартфонов Qubot P40, так что не пропустите. Ну и я, наверное, пойду поучаствую, вдруг мне повезет. А теперь точно, пока!